Это вот одному человеку только накручивает. Что-то у него сбилось, тут много так намотало, ужасно. Веревочек конца края. Вот это только один человек у нас имеет. Вот сколько еще мотать ему тут? 44. Я только насчитал узла вот таких рулона. 44. Это в один двор. Такая богатая земля здесь. Но более всего меня удивляет то, что люди недовольны. Чем сами не могут сказать? Чем недовольны? Все верующие. За 27 лет ни одного матерка. Ни одного курева. Пьяный был тут. Выехал. Отказали ему, он выехал, даже два человека. Вот 44 тюка. Вот они, я показываю, где они. Поверну просто. Издалека их видать. Вот они. Ну, это бывший, вот сейчас покажу. Вот это вот бывший лагерь. Стан. Это большая, огромная навозная куча. Бульдозером туда все стащили. А сегодня вот готовится костер прощальный. Собираем всех в деревне проститься. Последний раз тут. Потому что Загуляевы уезжают. Старшая Ливия поступает в учебное заведение. И вот это сколько он еще намолотит, я говорю. Сколько здесь... Сколько можно держать скотины, притом неограниченно. Это время нужно считать вполне достаточным, чтобы жить, как не тужить. Благодарить Бога. И здесь прям рядом и ягодник. Ягод сколько смотришь. Сегодня только на велосипедах ездили, опять клубнику брали. Клубнику берут уж, наверное, недели две. Не считая в лесу смородина, в садах дикая малина. Вот он там разворачивается. Это я приближаю его. Это Терентий. Барабаш. Людям другим, кому он тут подрядился. Янчуку, кажется, Евгению. Вот он сам собрал тут. Сам хозяин на этой машине, которая балки собирает. Видите как. А это вот идут столбы, ну, не такая высоковольтная, 10 тысяч к нам в Потеряевку. И вот я вышел специально показать богатство этого края. Как жили люди, как их раскулачивали. Они ни в чем, ничего, ни себя вину никакой не знали. Пришли, все отняли, сослали, там перемерли. Как все вымерено. Конечно, объяснить это нельзя просто. Вот пришли людоеды, там вампиры, упыри, к власти. Они бы не пришли, если бы Господь не допустил. Тут вот это надо помнить. И вот если бы мы жили как угодно, они бы не могли прийти. Тут были бы какие угодно другие люди, которые ценили бы народ, сбережение народа, как Александр Исаевич Солженицын говорит. Это я подхожу показать. Вот пруд назывался раньше Симаковский, по людям. Вон в середине плавают уточки. Я не знаю, покажу их или нет. Вот это утки есть. А там вороны, грачи. Это мы тоже пруд подняли. Вот вычистить хотели, не тут-то было. Вот он наш костер. Там Владимир Юрьевич Голендухин сейчас, а Володя поехал пообедать. Вот он огороженный. Там Лёва, Лев с Тимофеем. Остальные пошли по деревне приглашать. Всегда так, компании. Провинился Нестор, я его отставил. Сказал избрать других. Наказал всем, говорите, что это прощальный. Последний в этом году костер. Говорили? Нет, не говорили. Почему? Вы же согласились пойти сказать. Ну, еще сказать.
выполняет не точно, он не должен тогда быть. То сколько ему еще молотить надо, кроме 44, которые я насчитал. Это столбы идут в корчину. А эта утка с утятами плавает, она даже не боится. У нас везде надписи, стрелять запрещается. Он наблюдает, как видно, что это у нее выводок. 3, 4, 5, 6, 7. Известно, грачей миллионы, никто их не стреляет. А грач в любом месте может наесться. А она это никогда водоплавающая. И вот на нее все охотники все идут. Чем она провинилась? Чем она виновата? Я такой вопрос оставлю, утка. Чем она виновата? Вот она смотрит. Убьют, вот 1 сентября будут колотить, бить, и она все равно выживает. У нее выводки больше 10, может быть. Ее коршун хватает, и деваться-то некуда она. В траве, как рябчик, она не может сидеть. Плавает посреди, только нырнула он туда. Сколько раз видел, все, одного нету. И она также переживает, бедное сердечко ее утиное. Там тоже, вон, видно, около берега другие. Тут андаторы, бобры. На берегу барсуки. Тут раздолье, живи, лови. Наши ничего не делают этого, не ловят. Да и не умеют. Вот сколько грачей там на линии сидит. Далековато, я так приблизил. Все, отошел.